Праздник каждому ребенку. В честь Дня защиты детей народные избранники вместе с волонтерами развезли в нуждающиеся семьи гуманитарную помощь. Праздник к нам приходит не только 1 января, но и 1 июня. Добрый день! Это депутат Московской областной думы и волонтеры принесли вам подарки. В День защиты детей в роли Деда Мороза Дмитрий Дениско. Депутат Мособлдумы доставил семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, продуктовые наборы, где есть все необходимое и то, что так любят ребята. Спасибо большое. Счастливым должен быть каждый ребенок. Именно эта жизненная позиция мотивирует Дмитрия Валентиновича помогать нуждающимся семьям. Депутат Мособлдумы и сам многодетный отец. Знает, как пандемию переживает подрастающее поколение. Сейчас вот такая пора сложная, особенно для детей, потому что они же привыкли быть в гуще событий, привыкли, что постоянно рой, друзья, подруги, что вот это все вот вместе. А они сейчас через заборчики или там через балкончики общаются, или там через инстаграмчики. Конечно, для них это гораздо больше, я считаю, стресс, чем для родителей. Я веду прямой эфир, где обращаюсь к жителям, чтобы они подсказывали мне такие адреса, где люди нуждаются. Незаменимые помощники в доставке гуманитарной помощи – добровольцы. Матвей Смирнов состоит в волонтерском штабе уже год. Парень, как никто, знает, что совершает добрые дела. Помогаешь и самому себе. До этого я занимался сбором помощи в Иркутск в связи с наводнением. И помогал разгружать посылки для детей в детдома. Я хочу дарить людям добро, потому что я понимаю, то, что все-таки мир должен оставаться не без добрых людей. И для меня это все-таки даже не работа, а хобби. За время ограничений волонтерский штаб осуществил более 3000 выездов. Ежедневно ребята посещают минимум 30 человек. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ,